А скажи, а какого великого азербайджанского судью ты знаешь, который когда-то судил? Тофика Бахрамова. Вот, вот. Ты лучше знаешь азербайджанский футбол, чем Тофик я. Тофик Бахрамов судил это финал Англия-Германия в 1966 году. Гениально. И засчитал гол англичан при счете, если не ошибаюсь, 2-2. Лег на поле и якобы увидел, что... Ну, почему якобы? Потому что системы VAR тогда не было, да. Системы автоматического определения гола. И он сказал, это гол, что пересек линию ворот. Я это все знаю. Да, и потом Елизавета II ему подарила золотой свисток. Их стадион в Азербайджане назван в его честь. Потому что он самый известный. И стадион в Баку называется имени Тофика Бахрамова, я все, как все знаю. У меня такое ощущение, как будто вы только что из Баку уехали, вот честно. Не, я знал, слышал про Тофика Бахрамова, я многое что вот слышал, знал. Он его сын мой сосед был. Представь, когда он получил золотой свисток от Елизаветы II, Тофик Бахрамов, а его жена всю жизнь работала, муж, жена, ну, в Азербайджане. Он пригласил жену в Париж ужинать на Эйфелевой башне. Представь, в советское время, в 60-е годы, как это ну, было. Ну да, круто. Это советское время, конечно, это да. Колоссальное достижение, можно сказать. Да.